В столице Донецкой Народной Республики стартовал международный фестиваль фортепианного искусства «Пианофорум», на который съехались известные пианисты из самых разных стран. Фестиваль фортепианного искусства «Пианофорум» – один из самых популярных музыкальных форумов Донбасса. Он основан в 2001 году и вот уже более 10 лет завоевывает престиж среди профессиональных пианистов и ценителей музыки. Открывать его каждый раз очень волнительно. Его идейным вдохновителем был заслуженный артист Украины Олег Наумович Бахтиозин, который многие годы возглавлял художественное руководство Донецкой филармонии. Нужно сказать, что таким крестным отцом этого фестиваля является народный артист России Михаил Воскресенский, с легкой руки которого, собственно, фестиваль получил именно это имя – «Пианофорум». И, по большому счету, он действительно является не просто фестивалем, а таким форумом. Как вчера на пресс-конференции сказал министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Васильевич Желтяков, это форум хорошей музыки, форум замечательных исполнителей и форум хороших слушателей, потому что на фестивальные концерты приходят люди, которые подготовлены и знают, куда они идут. А это, в свою очередь, вызывает высокий уровень ответственности к нам, потому что очень важно, чтобы вот люди, которые ждут от фестиваля высокого уровня, получили то, что они ждут действительно. Богатая история и высокая планка, установленная предыдущими годами, требует от организаторов и участников большой самоотдачи. В рамках фестиваля запланировано 3 больших концерта, в которых, помимо артистов из Российской Федерации, примут участие артисты из-за рубежа. В этом году программа фестиваля достаточно насыщенная. К сожалению, из нее выпал наш итальянский друг, который из-за неожиданной травмы снялся с дистанции, так скажем. Вот. Но он сегодня даже прислал пожелание, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне. И очень надеется, что все-таки удастся приехать в Донецк, выступить и с сольной программой, и с симфоническим оркестром. Открыл программу концерт номер 2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса. В исполнении санкт-петербургского пианиста, заслуженного артиста России Рената Шакирова и Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева под управлением дирижера из Москвы Игоря Манашерова. Сен-Санс и Брамс – это композиторы романтики, которые родились примерно в одно время, которые исповедовали, собственно, одни и те же музыкальные ценности и музыка которых созвучна. Поэтому и фамилии, собственно, их созвучны. Мы и назвали программу «Брамс Сен-Санс». И в самом этом названии звучит музыка, кажется. Музыка Брамса полностью захватила слушателей. Публика вдохновенно внимала торжественному звучанию и эмоциональному исполнению. Это, наверное, его самое грандиозное сочинение, самое значительное и любимое, безусловно, всеми пианистами, хотя и очень сложное. Ренат Шакиров – заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан. Имеет множество наград, среди них золотая медаль Международного музыкального фестиваля «Дельта Невы». Почетный знак за достижения в культуре. В Донецк приезжал неоднократно со своими выступлениями. В Международном фестивале фортепианного искусства принимает участие впервые.
дружу с Донецкой филармонией и замечаю то, что уже многие события музыкальные в Донецкой филармонии становятся событиями уж точно и российского уровня, всероссийского уровня, и уже, наверное, европейского. Потому что приезжают знаменитые, известнейшие музыканты со всей Европы, вот уже даже из Аргентины приехал, со всего мира, значит, получается, охотно участвуют, выкладываются и рады, потому что, несмотря на то, что очень сложно приехать, ну, в смысле, трудная дорога, чтобы попасть сюда, ну, никто не отказывается, это прекрасно. Я очень завидую Донецкой филармонии, потому что есть такое руководство Александра Порецкого и, конечно же, то, что есть надежное покровительство Министерства культуры Донецкой Республики. Второй концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса совместно с оркестром исполнил талантливый пианист из Аргентины Мигель Шеба. Виртуозное исполнение этого сочинения не оставило ни одного зрителя равнодушным. Я познакомился с новыми друзьями, другие пианисты. Могу играть с прекрасным оркестром. Публика здесь очень хорошая, очень теплая. Мигель Шеба – один из редких представителей латиноамериканских пианистов, которые гастролировали в бывшем СССР, где и публика, и критики всегда отмечали его выдающийся артистизм. Много концертирует, регулярно проходят его сольные концерты в Европе и Америке. Впервые Донецк посетил в 2018 году, после чего неравнодушен к городу и людям. Я удивляюсь вами, филармония, все дамчане вообще, потому что у вас потрясающая сила, энтузиазм. Здесь организуют такие мероприятия, огромные, крупные, которые вообще... Это только вас... Восхищаться можно, потому что, несмотря на то, что произошло и то, что происходит недалеко отсюда, да, так что я, да, очень рад за вас. Завершится пианофорум концертами, которые пройдут в эти дни, программами «Вершины русской музыки» и «Прокофьев Рахманинов». Своим искусством поделятся музыканты из России Денис Громов, Валентин Попов и Мария Третьякова, а также дирижер Андрей Агиевский.